Начинаешь? Так, делаем блинчики. Берем сначала маслица. Так. Блинчики. Где-то 7 яиц. Чуть больше 2 литров молока. И где-то чуть больше килограмма муки. Потом вот столько сахара. И маленькая, небольшая ложка соли, где-то вот столько. Да. Получается нормально. И жаришь себе блинчики. Потом показываю вам эту тарелку. Потом две тарелки. Здесь для любителей пожирней с маслом. А здесь для любителей постройней. Без масла. Масло сливочное. Одна пачка. Чипс. Один секрет. Чтобы были прожарены хорошо, надо жарить на каждой стороне 2 раза. Постоянно надо перемешивать, чтобы там ничего не оседало, ничего не поднималось. Любители блинов показывают, да? Так. Эти 2 готовы, которые сейчас делаем. Один сюда, один для любителей пожирнее. И дальше. Опять маслица. Туда я маслица не добавляю. Смысла в этом нету. Все, все хитрости закончились. Кончилось?